Формат школьных линеек бесспорно знаком каждому из нас. В маленьких первоклашках мы видим свои счастливые мгновения беззаботного детства. Дальше был школьный выпускной, более серьезный и осознанный, и теперь студенчество. Праздник, посвященный началу учебного года в ВУЗе, мероприятие с особым значением. Уверены, в Брестском государственном университете имени Пушкина. Поздравить первокурсников пришли почетные гости. Я хочу, прежде всего, дорогие первокурсники, поздравить вас с поступлением в этот замечательный университет, поздравить с поступлением и с самим фактом, что этот университет находится в лучшем городе Республики Беларусь. Особые слова нашим иногородним студентам. Первое, что вы должны освоить сегодня, первый день обучения, это очень простую и замечательную фразу, что лучше Бреста нету места. Ни в коем случае не умоляя вашу малую родину, на которой вы будете ездить или выходные, или на каникулы. Торжественная линейка – старт особого нового этапа. Выбор профессии, определение приоритетов и своего пути, свет на который помогут пролить педагоги и администрация вуза. Это символичное напутствие городского фонарщика, словно определение главного значения учебы в вузе в жизни человека. В этом году в Пушкинский университет пришло большое количество победителей олимпиад, медалистов, ребят из профильных педагогических классов. Это все те, кто через 4-5 лет станут достойным кадровым резервом города и области. В этом году в наш университет поступило 1360 студентов. Из них 237 студентов иностранцев, это в два раза больше, чем на аналогичный период прошлого года. И приятно то, что студенты иностранцы, которые едут к нам, говорят, что мы приехали по результатам разговоров с теми студентами иностранными, которые уже окончили наш университет. И говорят, вот диплом белорусского университета, белорусского образования качественного, оно имеет высокую цену за рубежом. Все замечательно, организовано на высшем уровне, ожидания реально соответствуют, все на высшем уровне, все нравится, надеюсь, что дальше будет только лучше. Торжественное мероприятие Брестского государственного технического университета прошло с не меньшим размахом. Большая вузовская семья пополнилась молодыми и амбициозными юношами и девушками с горящими глазами и жаждой новых открытий. На новый учебный год у администрации вуза большие планы, реализовывать которые в этом году будут и новоиспеченные первокурсники. Университет должен расти, университет не должен останавливаться. То есть у нас есть достаточное количество известных всем достижений. У нас должны появляться новые достижения, мы готовы к этому, у нас есть планы. И поэтому нужно не останавливаться на месте, двигаться вперед силами преподавателей, силами студентов, силами ученых. Торжественная линейка прошла как настоящий праздник. Была здесь и официальная часть, и награждение активных старшекурсников, и большая концертная программа. Но это нисколько не смогло бы заглушить особого трепета перед открытием для себя вуза и новых форм обучения первокурсниками. Хочется запомнить самые лучшие моменты. Я уже познакомился со многими из своей группы, все очень общительные. Многие имеют очень классные интересы, и думаю, будем дружить. Анастасия Назарин, Плотницкая, Эдуард Бакуновича, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.